Не успела орляцкая сцена остыть после женского концерта ко Дню защитника Отечества, как на нее вышла сильная половина детского центра. Поздравлять коллег с Международным женским днем стало доброй традицией. Вот и в этом году мужчины не жалели сил, ног и голосовых связок. О том, как готовились и что из этого вышло, смотрите в нашем следующем сюжете. Спасатели, охранники, начальники лагерей и управлений. Увидеть их на сцене – большая редкость. В обычное время они серьезные и суровые мужчины. Но раз в год ради женщин сотрудники «Орленка» готовы пойти на все. Готовы сутками проводить в тренажерных залах, в танцевальных клубах, в репетициях на сцене до упаду. До звездного часа остается всего несколько дней, поэтому репетиции затягиваются до позднего вечера. Повторение номеров и песен, оттачивание движений. Всех секретов мужчины не раскрывают, но обещают, женщины будут довольны. Знаете, это очень трудно сделать, удивлять. Удивлять будем только одним – искренностью, любовью к женщине. Потому что это единственное, чем можно удивить. И снова добрый день, дорогие женщины! Итог кропотливой работы – праздничный концерт. Сегодня здесь все для женщин. Песни, танцы, цветы, подарки и, конечно же, Стас Михайлов. Четвертый год я Стас Михайлов в «Орленке», поэтому я, в принципе, уже к этому привык. Сцена – это мое. Вы видели это. Поэтому, о да, Стас Михайлов. В детском центре работает больше 1000 сотрудниц. Артисты и коллеги поднимают настроение и дарят праздник каждый. Нам не жить друг без друга, уверяют мужчины «Орленка», а женщины, как всегда, с ними согласны. Как вам концерт сегодня? Замечательный. В полном восторге. В этом году очень постарались ребята. Мужчины порадовали нас и песнями, и танцами, и юмором. Прям все на высоком уровне. Классно. Мы сегодня смеялись, улыбались. Думали о прекрасном и ощущали себя самыми красивыми, самыми замечательными на свете. Красивый, замечательный и очень трогательный. Спасибо. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, Алексей Сайф, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».